400 учеников спели серенаду под окнами дома своего учителя. Это произошло в городе Нэшвилл на юге США. Город этот еще называют столицей американской музыки. Правда, повод для этой серенады нерадостный. Ученики узнали, что преподаватель, который болен раком, решил прекратить принимать лекарства. Сразу после уроков школьники на школьном автобусе приехали к учителю и исполнили одну из его любимых песен. Тот был очень рад и даже подпевал своим ученикам. Правда, так и не решил пока возобновить лечение, но пообещал подумать над этим. Это просто удивительно. В этот момент я понял, что я не одинок. Я так рад, что столько учеников думают не о себе, но и о других людях тоже. Ведь в этом и есть наша задача – воспитать в детях любовь к тем, кто их окружает.